Всем привет, уважаемые друзья и подписчики. С вами Лео. Мы продолжаем рыбачить, но я решил все-таки ту, которую программой использовать лучше без стрима. Потому что там, где я сейчас стримил, там выходит много потери кадров. Потери кадров. И... Так. Понятно. Поэтому это уже четвертая часть по этой игре. Поэтому я решил таким образом поснимать. Да. Сразу хочу сказать. Тогда будет у меня на, ну, проводной микрофон. Я тогда буду стримить нормально. Но сейчас все равно не получится идеальной записи игр прохождения. Стрим-то все равно будет. Но только игровая тусовка. Тот самый, который запланирован. Я понимаю, что я сейчас повторяю. Я просто объясняю то, что сейчас, то, что произошло событие. Да. Поэтому я все равно буду снимать, как есть. Рыбачить этот хаш, послаблять душу и так далее подобное. Но, как всегда, как обычно, все уже в курсе. Предыдущая часть мне не удалось, мне ни одной рыбы поймать. Твои шлези. Я серьезно. Так. Насчет другие игры. И также и GTA 5 онлайн. Первый сезон. Который 23 стрим запланировано. Она скоро тоже выйдет. Но я пока хотел. Сначала закончить одну игру, а потом уже начать другую. Ну, сами понимаете. Я не могу просто снимать одновременно на двух местах. А, не, можно. Только если, например, я играю в эту игру, снимаю какой-то сейчас. И мой брат, например, за меня играет в эту игру GTA 5. И за меня просто снимает, и потом я на одну свою собственную канал выкладу как будто две разные игры на одну канал. Это сделать такое можно. Очень просто. Мой брат просто знает, как надо выкладывать. Сам-то, конечно же, не пользуется своего Ютуба, потому что он там не сидит. Не сидит. Вот. Единственное, что он делает, просто смотрит это видео. Вот так вот. А я только снимаю и и выкладывает. Ничего не получилось. Не получилось порыбачить.
Вот не задача. Ну. Ладно. Давай продолжим рыбачить и спокойно расслабляться. Ну, если просто обычный. Ну, скорее всего, пока второй сезон, конечно, будет, но не сразу. Где-то через месяц. Там, песчинка, это ладно. Все, ну, там. Это надо играть, как его, с друзьями. Цель туда, а он меня забрасывает в другую сторону. Я не понимаю. Эту какую ебанутую игру, которая от разработчиков. Кто такую хуйню придумал? Потом разработчик еще тебе скажет, а ты научись играть. И так далее, пардон. И никакого. И не задавай лишних вопросов, короче говоря. Ну, некоторые там скажут. Вот. Нет, вот эта программа очень мне нравится. Потому что он единственный, то что для Актеон или Батикана хорошо берет для записи. Особенно голос. Вот. Я сейчас Актеон использую. Да. Который выкладывает видео. Придется. Да. Также можно сразу на свою страницу выкладывать, даже не выходя из программы. Ну, после записи. Но только нужно просто переновать это видео и все. После пятого выложится, тот самый, то, что я сейчас снимаю, да, останется только дождаться, пока полностью не отработается видео, чтобы потом обложку просто поменять, и все. Жалко, конечно, сразу обложку ставить нельзя, чтобы на странице в Ютубе тогда будет выкладываться, сразу показывают и обложку. Да. Меня не видите этот. Опа, рыбка выпрыгнула так высоко. Нет, неправильно. Какой я пузаюсь? Ёх, твою мать. Мне кусок хлеба нужно. А не червяк. Так. Ну да, река-то двигается, идет по течению, поэтому иногда она и двигается как типа ближе ко мне, чем дальше.
Вот сколько рыбки. А вот поймать ни хрена не получается. Полный капец. Извиняюсь. Так. Моя, вся моя. А давайте попробуем на 40 на движение. Не, на стриме, конечно же, лучше. Но сами понимаете. Чего ты еще? Так смотришь на меня. Не везет. Опять. Закину туда сразу, где рыба. А сколько можно? Максимально. А, это 100. Это умершего лучше. Нет. Можно одной удочкой рыбачить. Если только без остановки. Повадки, в смысле. Ну, как гость бы устраивает. Вижу, то... Хорошо, расстояние я не закину. Странно. Хорошо. Так.
можно так сказать, четвертая часть, это как четвертый день. Не, правда. Может быть, правда, поменьше нам надо пропустить его лодочку. Тогда он на него плывет поближе ко мне. Но все равно, конечно. Передвигаться надо будет по течению воды. Но для вас на видео будет нормально слышать мои голоса. А сейчас, когда я говорю, я еще себя слышу. Да, это типа эхо. Но я его не включал, она так его устроила на самом программе. Вот так вот. Наверное, есть такая функция, то есть кнопка есть такая специальная, чтобы помимо эхо не было. Разберемся, разберемся. Опять провал. Ну опять, опять, опять. Так, рыбки их просто так не поймешь. Реально не поймешь. Так, это я специально. Так, сейчас, секунду. А что, чем разница, я не пойму. Если использовать вот эту, да, то она попадется, да. Блин, она ебанутая какая-то останавливается, когда если не используешь вот эту. А не то, что ты не умеешь кидать. Смотри, какая скотина. Она и правда тупая какая-то. И на этом как раз и мы должны рыбачить. Что за бред? На эту крючка почти нереально. Когда будет кусок, а нам нужно вот туда. Так, еще за хрень. Так, но там все равно он будет приземляться там, где где там песок. Смотри, какая скотина. Ну реально бесит. На этот, который там мы были, ну, то есть ловили, да, еще сейчас поздно. Оно вообще не ловится. Да и куда оно попадает? Прям туда. Но не в точность туда, куда нам надо. Поэтому. Здесь руки были, но здесь уже уплыва. А если, короче, вот так. Бесполезно. Однозначно. Вот этот пуне, вот это какая. Настя, да, вода. Ио, Ио просто вообще бесполезен. Однозначно. Его жалко, что продать нельзя. Вот в чем проблема.
Рыбачить ты можно где угодно, когда хочешь. Можно уйти отсюда и можно переставиться в другом месте. Блин, просто это жесть. Однозначно. Я просто не понимаю. Как можно вообще рыбачить? Даже если ты вообще поймать ни одну не можешь. Капец, ты смотри, какая скотина. Я целюсь туда, где рыба есть. А получается... он попадает туда, в другом месте, в смысле. Куда не нужно. Ведь рыбы-то там. Как говорится, будешь пока ты там будешь рыбачить. Усвоено, в смысле. Руки уже окажутся в другом месте. Вот чё беда. Да. Ладно. Еще несколько получится частей по этой игре, по рыбалке. Больше по ней не будет. Почему? А все потому, что ни хрена рыбу поймать невозможно. Примерно 10 частей. Я это вижу в рыбах, передвигаются с помощью на речке близко. Твою ж дивизию. Да. А, был нахер. Полный пиздец. Ты
Здесь мне не получается. Попробую здесь. Позиция. Или можно любую. Нет, это совсем плохо. Надо закинуть. Так. Там и там есть. После того, когда я закинул туда. Таким образом. Присоединить. Может получится. Жалко, что на носочек присесть нельзя. Ну, реально можно. Сидеть и ждать. А в этой игре нельзя. Вот обидно. Обидно. Обидно, обидно. Да что ж такое, это я твою мать. И правда, я туда целюсь. Рыбачить не всегда получается. Капец. Кстати, ребят, если вы будете покупать эту игру в Steam, и также, то я бы с удовольствием сыграю с вами в этой игру. Не, правда. Она не очень дорого стоит. Просто проще скачать, чем купить. Потому что... Самолет.
Уже по времени. Сейчас только 5-6 часов, и уже будет. Там уже еще 6 минут. 5 сегодня. Ладно, ребята. Я буду с вами прощаться. Большое всем спасибо. Спасибо вам за то, что смотрели. И я, пожалуй, вот, видите, сетевую, можно играть с друзьями. Ну что ж, большое всем спасибо за просмотр. Это была четвертая часть про рыбалки. Ну, пожалуй, сделаю 10, не больше, да. Потому что такой очень будет для всех. Это тебе потому что не сюжетное прохождение. Всем спасибо, и пока.